Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, по заданиям. Ага, выиграть еще 3 поединка за Грома и выиграть 5 раз в ранговом бое. Так, захват кристаллов. Ну давай, наверное, не захват кристаллов возьмем, а пускай будет захват кристаллов. Шут с ним. Я, ребята, правда, до этого играл, у меня игра вылетела и, к сожалению, на ОБСке не сохранилось. Ну что опять? Ну опять вот эта вечная загрузка. Ну все, понятно, ребят. Короче, поединок фейловый. Видишь сам, да? 100% долго ищет. Я уже так определяю, ребят. Я не удивлюсь, если она сейчас вообще вылетит. Смотри. Все работает. Вот именно сама игра, как бы, ну вот, геймпад у меня вот этот. А движухи ноль. Нормально играем, ребят? Играчишки, блин. Это Эдгар, друзья мои. Он за мной, что ли, охотится? Там Шелли, ребят. Слайд-шоу, все любят слайд-шоу. Давай, бомбочку туда ему. Так, опять Эдгар, друзья мои, он за мной охотится. А там-то кто? Там Нита, что ли, была? А, Тара. Фига, втихаря, прикинь, просто там в кустах стоял хмырь болотный. Но тут победа за нами, ребята, да, однозначно. Но слайд-шоу, конечно, это было еще то. Так, мы получаем с тобой 5 уровень. Я в шоке. Так играть с такими подтормаживаниями? Опять то же самое, друзья мои. Опять будет слайд-шоу, да? Нет, на этот раз все отлично. Да куда ты там? Давай туда закинем бомбочкой. Дэрил, успокойся там. Не, ребят, это уже становится невозможным играть. Я тебе серьезно говорю, это невозможно уже. Это лаги вот постоянные. Вообще необоснованные, ребят. Кто-то мне написал, может быть, из-за VPN-а. Может быть, ребята. Я не могу исключать такой вариант. Так, Дэрил вообще, смотрю, приборзел, да? Хмырь болотный. Допулялся? Хлыщ. Да куда ты там лезешь? Давай, Карлуша. Эх, не успели немножко. Карлуша уже был готов его распетрушить. Порвать, так сказать, на лоскутки. Но схандрил. Точнее, не схандрил, ребята. Время кончилось. Би. А мы продолжаем, ребятушки. Продолжаем, нам надо еще. О, я не знаю, может быть, конечно, VPN, ребят, надо будет попробовать с другим как-нибудь, потому что, ну, фиг знает. Может быть, действительно, там что-то со связью. Вообще, в последнее время, ребята, с Ютубом беда, ну, вы уже, наверное, заметили. С интернетом какая-то проблема. Фига, и меня кромсанули. Как эта вшивая печка меня, ребята, заколбасила. Да как так-то?
Двоих сразу же. Нормально. Такой раскромсон был сейчас у них там. Вражеский приматч ничего даже сделать не смог. Давай, Эль Прима, иди сюда. Прекрасно. Лезет тут. Одного за другим там кромсает Эль Прима. Я не знаю, сколько там их нащелкал. Да дофига, по-моему. Просто в толпе там. Сколько? 9. 9-ых он разнес. Так, ну что, ребят, забираем с вами. У нас один только билетик, да? Угу. И это звездочка. Супер редкая, да? Так, у нас там в ранговом бое, ребята, надо выиграть. Ранговый бой. Играть. Сейчас рандомно. В нокауте. Ну, у меня выбор невелик, друзья мои. Я, наверное, возьму Рика. О-хо-хо-хо-хо, Фрэнки. А что, модификаторы работают, что ли, здесь? Нет. Блин, тут паровозник бесявый. Это у нас нокаут, ребят, тут уже. Так, там Би. А чё я... А, нет, я не один. А, Би одна осталась. Шлёпнули её. Так, паровозик любит здесь, я смотрю, погонять. Вот и все, и погонял. Угу, прекрасно. Давай дальше играть. Броубол. Ай, ребята, броубол. Ну. Клим, Саша, ты где? Клим, Саша взял. А-а. Против стрелков, блин, такое себе. Погнали, друзья мои, погнали. Нормально. А что, до одного гола, что ли, здесь? Ну, круто. Погнали дальше. Награда за поимку. А, все, ребята. Это у нас за звездочку, да? Ну, я тут Рика возьму. Наверное. У меня всего лишь вот, ребята, 3 бойца. Я не знаю, а... Тут нужен минимум 9-й уровень, что ли, чтобы можно было брать? Или как?
Не все там 10 ранга, блин. Все, это фейл, ребята. Это фейл. Прогрузка, видишь, идет какая. Это, друзья мои, фейл. Поимка, блин. Ну какая тут уже может быть поимка, друзья мои? Кончились снаряды, прикинь. Ну как ты тут будешь играть? Ой, да. Я вон там. Меня уже приметили, ребят. Меня приметили. С такими багами, лагами, блин. Ну, понятное дело, что, ребята, VPN буду я уже смотреть в следующий раз. Сейчас я ничего не буду смотреть здесь. Это чушь. Да понятно, здесь проиграли. С таким лагом играть. Ты извини, конечно, это отвратительно, не придумаешь. Дебилизм какой-то. Я раньше вот именно из этого, ребята, и не играл. Ну, забрасывал игру. Именно вот из-за этой вот херовины, что баги, лаги вот эти. Потом оно какое-то время прошло. Подожди, а... Я просто хотел взять Эль Прима, его уже заняли, блин. Да, понятно. Броубол, блин, пенальти. 3 на 3. Ну, давай попробуем. Ну и чего? Где? Котик этот, что ли? А, котик. А, подожди. У них тоже, ребят, котики. Фиг знает там кто еще. Памелос! Памелос! Так, стоим, друзья мои, стоим. Это Эдгар, что ли, был, да? Это, ребята, был Эдгар. Нам придется им заняться. Вопрос, можно, ребята, как у него ХП восстановилось? Я ему лупил, у него восстановилось ХП. Ты серьезно, блин, Эдгар этот вшивый? Ага, там не пробить. Давай, повели, 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 пока они там не появились все. Всю команду уложили, блин, ну... Погнали, друзья мои.
Нафиг, я спрашивается, суперудар. Куда этот-то побежал, дурачок? Куда он побежал, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не успели. Чуть-чуть. Ну как чуть-чуть не успели? Мы не успели отыграться просто-напросто. Команда еще такая тоже была не очень хорошая, ребят. Куда они там бежали? Кто куда? Этот аж в ворота зачем-то забежал. Зачем он побежал в ворота? Кот там. Так я и не понял. Ладно, ну все, это невозможно, ребят. Если в следующий раз это не прекратится, я перестаю, ребят, играть в Бравл этот. Ну что это такое, блин? Ну как можно играть с такой хероборой, ребят? Ну, с такими чертовыми лагами. Я больше чем уверен, что это не из-за интернета. Это действительно что-то вот, может быть, с VPN, может быть, еще что-то. А что за... Опять за поимку, блин. А это пипка... Пипка Мортиса. Название, конечно. Пипка Мортиса. То есть вот этого, да? Угу. Модификаторы. Это хил, лечение. Так, у них ворон, блин, восьмибитка. Это, конечно, ты тупо сделал. Я засмотрелся, блин. Есть. Нифига себе, быстро как набили. Пипка Мортиса там постарался, четверых вырубил. Мне почему-то показалось, что там Эдгар наярил по полной программе. Так, тихо. Еще будильник тут. Мне же на работу сегодня, друзья мои, поэтому... Так, а что у нас там за события-то? Блин, я все посмотрел. Бананы упали, блин. А, захват, блин, ну ладно, захват кристаллов. Я бы лучше бы, конечно, взял бы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Эдгар, МЗ, плюс этот дракончик. Ну, понятно, короче, все, ребят. Все, тут мне сразу стало ясно, что это заведомо проигрышный. Ну куда ты бьешь, Рэй? Да он даже стреляет, ребят, по тупорылому. Он, посмотри, с каким затормаживанием, блин, бомбит. Ты посмотри, ну жесть. Смотри. Смотри, ты видел? Чмошник стоял до последнего в кустах. Ребят, невозможно вот так играть. Ну, какой-то
трындец. Ау-ау-ау-ау-ау! Какао, блин! Трэш! Блин, опять этот Эдгар, а? Ну, победа будет за нами? Должна быть. Ай, жесть. Бронзовая лига. Так, 100 блинков получил. И... Да, и еще, ребят, билет один получил. Ну, тут 10 кристаллов. Все, друзья мои, чисто мы отыграли. Остальное только лишь с Бравл Пассом. Ну, Бравл Пасса у меня нет. Короче, ужас, ребята. Ужас. Это в плане того, что с интернет-соединением какая-то беда. Я попробую VPN поменять, сейчас говорю. Но если и это не поможет, ну, смысл мне тогда, ребята, играть? Вот так вот корячиться, подводить команду. Я просто не знаю, как это выглядит со стороны. Наверное, пипец просто. Я-то вижу, что у меня она лагает. А как это выглядит, например, со стороны игроков? Скажут, куда ты делаешь? Что ты там, куда стреляешь? Потому что у меня офигенные просадки по пину. Ладно, ребяточки, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.